что, привет, друзья! Приехали покататься в песчаный карьер. Ребята подъедут, покатаемся, посмотрим. Вам приятного просмотра! Как я говорил, Дастер двухлитровый и со 100% задней блокировкой. Вот сколько с нами человек выезжал, показывал вообще очень отличные показатели со 100% блокировкой, я имею в виду. Это наш оренбургский Дубай примерно. Красоты здесь, конечно, классные. Песок, тепло. Конец мая. Какой конец? Середина мая на данный момент сейчас. Серег, напомню, двухлитровый, да? Да. Задняя жесткая и никаких. Блокировка. Да, и спи ничего у тебя же нет, по-моему, ничего, да? Нет. На бензине ездишь? Да. Ну пробуй, сейчас на первый или на второй попробуешь сразу. Не, попробуй на первый. Давай, пробуй. Ну, здесь стесняться не нужно, надо прям топтать. Резину мы не травили. Смотрим. Так, подкопался. Но все равно заехал намного выше, чем я. Давай, пробуй, вторая. Надо, а потом стравимся, посмотрим, результат будет у нас. Или нет? Давай, погнали, пробуй. Но нет, здесь уже не хватает двигателя. Двигателя не хватает. Только первый получается. Но с первой набирает классно. Карабкается, карабкается. Хороший результат. Поинтересней. Крутящий момент. Нива на второй пониженной здесь вообще не заезжает. Только первая пониженная в отсечку едет. У Дастер, в принципе, тоже на первой. Вот, но разгоняется он быстрее. Ну, за счет инерции он тут вылазит. Современная технология все-таки, Дастер. Что? Нива-то уже у нас двигатель-то устаревший. Ну и 2 литра сказывается. Вариант на спущенных шинах. Стравленных, вернее. Не блокированы кринзал. Ну вот, видно сразу эффект.
1.6 Duster. Duster с ESP с травленными колесами. Ну что, натравлено-то интересно есть. Ну да. Вон, видишь, насколько ты маханул. Смотри, сейчас я заблокируюсь. Я думаю, я заеду. Ну, по идее, вроде как должен. Ты смотри, что творит. Молодец. Какой настырный, а? Молодец, молодец, отлично. Так, Исудзу пошел поверху. И сейчас должен спускаться вот с этого места. Так, Исудзу на спуск. Да там, в принципе-то, не страшно. Нет, вы не просто не представляете. Ну да, тут надо. Когда ты там заберем, это представить, что это примерно вот так. И тормозить там вообще нельзя. Памперсы надо одевать, надо. Вот он. Ну что, на заезд посмотрим. Исудзу подъем. Не травленный. До скольки ставил? 1.3. У Сузы. Настравлено. Стравились 1.3. Угу. Давай, 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 попробуешь. Давай, поехали. Ребят, подъем бешеный, бешеный подъем. И на подъеме вот здесь я тоже до сюда доезжал примерно. У тебя вот эта сторона вся маслает, а та перед. Ну давай съезжай, попробуй. Отлично идет. Чуть-чуть не хватает. Осталось. Ох, тоже яму падает. Да. А разгон побольше. А давайте наверх поднимемся. Осталось 10 метров. Подъема. Чух, чух. Здесь уже плотно, здесь уже плотнее. Там песок, вот его проехать, здесь уже зацеп будет, и вот мы выезжаем. Все, закопался. Агрессивная резина установлена, копает. Двигатель позволяет. И вот для песка даже не знаешь, какую лучше резину поставить. Когда травишься, конечно, результат намного лучше, чем если кататься. Две атмосферы у меня было. Что-то я посмотрел, у меня передние колеса вообще чуть ли не три были накачаны. Не знаю, от чего или от солнца. Вот, травился до единицы. Ну и как видели, что в принципе поехал нормально. Ну что, смотрим. Должно. Эх. Нет.
Нет, нет, нет. Вроде разгон был нормальный, но... Решили с хорошим разгоном. Ну, он прям по песку пошел. К сожалению, нет. Не получилось у нас, не получилось. Ласточкины гнезда. Сейчас вам покажу. Близко не будем подходить, чтобы они не улетели. Все в гнездах. Вот мы зашли и все свалили отсюда. Говорит, добить надо, добить. Пошел. Так, неплохо. Ну, все. На корпус машины. Он все-таки подвинулся. Двинулся с места. Хотя раскачка небольшая есть. Шевелится. Упорный товарищ. Ползет по сантиметру, но ползет. Посмотрите. Ага. Колесами уже за чернозем цепляй. Передние. Да. Я ему про переход и говорил. Чуть-чуть подожди. Угу.
сейчас его разводит? Да, 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 да. Он все там останется. Ну, все-таки, конечно. Здесь у него хороший чугун. Угу. Да, двигла там не мотает. Ага, ага. Да. Победитель. Это стоит того. Вот что значит блокировки всех колес. И разгадка. Да еще, я туда вообще, я смотреть туда боюсь, а он там. Конечно, очень напряженный был выезд лично для меня, когда я стоял на подъеме. Он все повылетало с бардачков. Высота, подъем машины был очень крутой, пиковый. И сложно было заехать. Почему? Потому что тормоз отпускаешь, и пока ногу перекидываешь с тормоза на газ, то обороты не успевали там 3000 оборотов, например, накинуть. И машина всегда катилась назад. А назад, как знаете, катиться всегда очень-очень страшно. Но потихонечку у меня заехать получилось. Пробовал, блокировался, потом не блокировался, но все-таки получилось. Получилось у меня заехать, и я очень рад Невасам, что, по крайней мере, на данный момент из участников, которые приезжали, даже с более мощным двигателем, но Нива с 83 лошадиных силы смогла заехать на пониженной первой передаче. На второй пониженной передаче автомобиль никуда не поедет. Изначально разгон начинаешь с первой пониженной. Вот такие дела. Так что Невас молодец. Как видите, в некоторых случаях Невас даже в чем-то выигрывает. Сейчас едем на другую локацию, там покатаемся, ну и в сторону дома. На эти горочки мы уже катались. Просто колеса носились. Ну, разгон побольше берешь? Ну давай, тут полметра буквально. Чё? Набирает чё? Оборот. Ну-ка. Оборота не хочешь набирать? А ты там все кнопки понажимал? Нет оборота. Ну отъезжай. Колесико ставь. Сразу утопает. Да. Давай чуть поближе. Да, пробуй. Ну все, зашел. Молодец. Алексей прокатнулся, говорит, все нормально. Начал опять заезжать, опять не хочет, да? Оборота не набирает. Ну давай отсюда, вот, давай. Два, вон, сука, 1.5-2 метра. Ну что-то с электроникой, что-то не знаю. Ладно, не мучай, Алексей. 2 литра, 100% блокировка. Интересно. Давай. Все.
не прессовал. Бери дальше. Вот. 2 метра взял. Давай, 2 метра взял. Погнали. Интересно. Непонятно. Все? А? Ну, примерно так же. Нет, вот сейчас отъехал. А, сейчас да, да. Сошел. Ну что, как видели, даже в этом упражнении Нива с маломощным двигателем смогла заехать. Но у меня установлено 3 самоблока. Может быть, это влияет, не знаю. Так что покатались на славу. Прям вот так туда. Нашли немножко грязи. Очково. Я начинаю тонуть. Блин, башмаки уже испачкал. Не напрягайся. У меня есть видео, где мы тут катались. Тут типа родника, ну постоянно влажно. Корова выходит. И по самой не хочу, что туда засядешь. Выехать сложновато. Ну здесь я проехал. В принципе сухо. Но здесь уже рисковать мы не стали, потому что не вытащим мы Исузу. Я первый поехал для того, чтобы меня Исузу вытащил. Отлично, отлично, отлично. Ну, хотя он потяжелее там провалился, да? Ну, ты потяжелее провалился, видно, колеса грязные стали. Все, поехали дальше. Я просто был кондиционер включен. Я же как белый человек. Ну, патрубок у меня это. Там дом жестко. На, держи. Я следом. Да. Пока доедем, видите, сколько у нас интересных мест можем найти. Так, ну все, я домой. За Алексеем езжай. Я, в принципе, назад и к себе на дачу. Mm-hmm. А Алексей как раз около оврага тебе. Алексей, на овраг их выведешь? Ну, им покажи, куда ехать, они на овраг выйдут. Все, давай, пока. Все. Будь здоров.
смотрите, на улице 38 градусов. На самом деле на улице жарко. Смотрите, окна у меня в 5 дверки закрыты. Пользуюсь кондиционером. Блага, так сказать, цивилизации. Пятидверки. Холодный воздух дует. В автомобиле ехать комфортно. На вопрос, покупать пятидверку, не покупать, смотрите на меня, смотрите мои плюсы и минусы. Сами думайте, нужен вам автомобиль, не нужен автомобиль. Урбан с кондиционером, проблем нету. Вот сейчас я в горочку заеду. Двигателя тоже хватает. Вполне хватает двигателя с кондиционером двигаться. И по трассе можно ездить с кондиционером. То есть как бы проблем нету. Первая прямая, не пониженная. И вот в ту горочку с кондиционером, смотрите. Первая повышенная, не пониженная. Подъем. Ну что, с кондиционером заезжает спокойно. Хоть многие говорят, что двигатель дохлый. Я в какой-то мере тоже считал, что двигатель дохлый. Но поймите, что автомобиль выпускается уже давно. Объем 1,7, 83 лошадиных силы. Свою задачу он выполняет. На Нивах, в принципе, как я, ежедневно-то никто не ездит, согласитесь. По горкам, по грязи, диагональное вывешивание, да, там всякие вот эти вот. Три блокировки. Двигателя хватает, все тянуть, даже вот на этой горе, на пиковой горе. И то все четыре колеса крутило, хватало. Вот. Ну, теперь, наверное, будут заканчивать. Рука уже, честно сказать, замерзла, холодно будет, так привычно. Будьте здоровы, не болейте. И пока.